Итак, всем привет! Начался наш второй день в Таиланде. И сегодня, как мы и задумывали вчера, мы хотим выехать за пределы нашего города и посмотреть, что же там происходит снаружи. Что творится на других уголках этого острова. И мы начинаем наше путешествие. Походу, здесь не очень любят соблюдать красный сигнал светофора. Судя по тому, что я сейчас наблюдаю. Может быть, я просто что-то еще не до конца понял в местных правилах. А может быть, им просто пофигу на него. Сдается мне, мы уже покинули территорию нашего города и начинается загородная дорога. Мужик куда-то бежал. Если вы видите человека в куртке, который едет по тропическим островам, это сразу понятно таец. Потому что тайцы, они не любят загорать. Офигенные виды, горы зеленые. Ё-моё. Я думаю, сегодня подобных пейзажей мы насмотримся. Красотища! На самом деле, все видосики, которые я смотрел про Пхукет до этого, представляют из себя что-то наподобие. Здравствуйте! Мы на отдыхе в Таиланде, и это пляж Корон, а это пляж какой-то, а это острова Пхи-Пхи, здесь так здорово. Ну, на самом деле, они все типичные, и, по-моему, они все созданы для каких-то женщин, которых в первую очередь интересует пляж. И такое ощущение складывается, что на этом острове, в принципе, смотреть-то больше нечего, кроме этих пляжей. Поэтому, надеюсь, если меня этот мужик дверью не собьет, я смогу создать некую альтернативу всем этим блогам. И, возможно, это станет моим первым мотоблогом с острова Пхукет. Ну, конечно, возможно, вы скажете: чувак, что за отстойные видосы ты снимаешь? Какая альтернатива? Ты отвратителен. Расскажи нам про пляж. Итак, ну что же, несмотря на то, что сейчас какого-то фига, вот это вид. Начинается дождик, я надеюсь, он долго не продлится. Мы подъезжаем к какой-то смотровой площадке. Итак, мы забрались на самую вершину этой смотровой площадки. Вид здесь открывается реально неплохой. И вон там вот вдалеке, сейчас вам приближу, находится огромный Будда. К нему тоже должна быть какая-то дорожка. Я надеюсь, что мы туда съездим. Возможно, не сегодня, но когда-нибудь в течение нашего отпуска. Опять же, мы видим знак слоны. Я точно не знаю, что это означает. Возможно, просто дикие животные. Не обязательно должны выбежать слоны, может, какие-нибудь обезьяны. Или еще какая-нибудь живность, которая тут водится. Итак, немножечко наблюдений по этому острову. Чем глубже вы селитесь... Вот сейчас мы едем по таким вот местам более природным. Это уже вряд ли можно назвать город. Тем естественнее и меньше выбор всяческих байков. И даже в самом маленьком любом городе вы все равно найдете какой-никакой прокат. Пускай там будут даже какие-нибудь самые простенькие скутеры, но в любом случае без колес вы не останетесь, если у вас есть желание на чем-то покататься. Кстати, собаки тут вообще не бешеные. Потому что если бы они бегали за каждым мотобайком, их давно бы уже сбили. Наверное, все уже такие тупые собаки тут вымерли. И остались только спокойные, которые вообще никак не реагируют на тебя. В отличие от наших русских собак.
которые каждая вторая просто так и норовит побежать за тобой. Итак, мы подъезжаем к какой-то слоновой ферме. Ну вот, смотрите, видите, тут слоны ходят. Приторможу немножко. Тут какие-то экскурсии на слонах проходят. Вот еще стоят. Итак, ну что же я могу вам сказать? Нам просто очень дико не повезло, потому что сейчас идет какой-то просто адский дождь, под который мы попали. Погода что-то определенно не на нашей стороне. Я почему-то думал, то, что дождей не будет, все будет просто мега круто. Мы приедем, и нас ждет солнечный тропический остров. Не тут-то было. Возможно, сейчас в камеру вы ничего абсолютно не видите. А это и не удивительно. Потому что творится просто полнейшая жесть. Мы решили пойти на крайние меры, потому что погода на самом деле не радует. И то дождик кончается, то он начинается, а промокать нам окончательно надоело. Поэтому мы решили взять пример с тайцев и купить себе парочку сногсшибательных сумасшедших дождевиков. Вау, как будто ты в огромном пакете. Ну, по крайней мере, ты не промокнешь при этом. Я думаю, сейчас я одену свой. Давай сейчас, если... подобный супер дождевик, и мы продолжим наше безумное мотопутешествие. Погода, конечно, нас сегодня не радует, и это не очень-то и круто, но тем не менее, сейчас мы находимся в дождевиках. Выглядит все это, конечно, нифига не круто, но зато очень сухо. Поэтому уж не знаю, куда мы сможем сегодня добраться с такой погодой. Ну, по крайней мере, мы останемся сухие, а это самое главное. Мы оставили наш байк и вот находимся у такой вот загадочной таблички. Что-то написано по-тайски. И впереди нас ждет вот такой вот пирс. И сейчас пройдемся по нему. Посмотрим, что же там в конце. Ты полна впечатлений? Главное не обгореть, ты же помнишь? Тут такое солнышко сумасшедшее. Только что приехали в наш отель, мы насквозь, нас течет вода, это был просто незабываемый опыт езды под тропическим дождем, к такому мы готовы не были, и сейчас хочу вам показать, какой вид открывается у меня с балкона. Офигенские вообще облака, я не знаю, что творится в этих горах, там, наверное, стоит какой-нибудь адский вообще туман непроходимый. Какая-то из этих туч врезалась в эту гору и получилось вот такое вот нифиговое зрелище. Сейчас мы шли и увидели крыс, которые бегают по тротуару. Вы посмотрите на них. Блин, не знаю, удастся ли их заснять. В общем, по улицам бегают огромные крысы. Прямо реально огромные. Я хочу их поснимать. Для истории.
О, вы видели? Пробежала только что под черную машину. Да вот такие вот крысы периодически проносятся по местным тротуарам. Также хочу вам показать тайскую прачечную, которую мы только что нашли. Ну вот, значит, обычная улица, где ездят машины, и вот тут вот под навесиком стоит несколько стиральных машин. Вот эти цифры на них, это, видимо, сколько минут они будут стирать. А, потому что здесь есть бумажка, и на ней написано 10. Скорее всего, эта ерунда стоит 10 бат. То есть приносите сюда, закидываете, видимо, 10 бат, и эти стиралки вам стирают. Такая вот ерунда. Никогда раньше такого не видел. Итак, мы находимся на тайской заправке. Только что заправляли наш скутер. Хочу показать, какие виды топлива бывают в Таиланде. А, вот такие вот иероглифы означают дизель. Также 91-й, которым мы сейчас заправились. А, также есть 85-й. Это, наверное, какой-то аналог нашего 76-го, который сейчас почти уже нигде не продают. 95-й самый крутой. И какой-то загадочный бензин с названием Е20. Итак, вот такие вот, значит, цены здесь на бензин. 26 бат стоит 91-й, то есть примерно 50 с небольшим рублей. Эх, очередная несчастная тайская собака, которая вырыла себе небольшое убежище. Ну как тебе вид-то, чувак? Тоже нравится, да? Да.